Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Assassin's Creed Origins, проклятие фараона. У нас остался один фараон, думаю... Раскопки ведут здесь. Я должен найти песни раньше, солдат. Ага, я хотел это же сказать. Так, минус дозорный. Так, видят, сразу ага. Да это я знаю. Не успел ничего он сделать. Отдай сюда стрелу. Здорово. И сорян за стул. Так, что это у нас? Гимн великому Радзесу. О, быстро нашел. Ой, уровень. Так, 2 очка способности. Что возьмем? А, я вот это не изучил. Да, тогда я думаю, мы изучим вот это, наверное. Да, давайте вот это изучим. Пригодится последовательность. Убивай. Дурак. Давай, давай, сваливай, сваливай оттуда. В чем дело? Погоди. Бежать некуда. Да ну. Вот именно тебе бежать отсюда некуда, дурак. Так, вижу сокровище. Давайте его заберем. Да забери ты, господи, твою ж Машу. Так, а получается, что у нас по квестам? Приготовьтесь к ритуалу Хепсет. Так, ладно, что там? А, завершить главу тени фараона, все понял. Вот эту завершить. Так, это мы, получается, готовы к бою, в принципе, да? Ну, как быстро. Так, ну, мы, кстати, в Тутанхамона вообще не побегали. Это прям плохо. То есть мы выбежали отсюда и ушли сразу на выход. Там есть что поразведывать, там где-то золотой вопросик был, вот этот, по-моему. Ну да ладно. Мы пойдем последнюю тень мочить, Рамзеса. Фух. Ну как-то быстро, да. Видимо, сначала надо было Рамзеса мочить. Ну ладно, какая разница. Там еще 53 уровень, да? Можем тех теней замочить, которые ходят тени Анубиса. Мы уже с ними должны совладать. Здесь были разбойники. Если что и осталось, они забрали это. Безымянная гробница, но эти узоры мне уже знакомы. А, это какая-то вообще фигня валяется. И ни веревка, ни змея. Ну, допустим. Так, это мы к Рамзесу пойдем. Рамзес, покоритель Кадеша, великий полководец и завоеватель. Видимо, да, проще было... Как сказать? Рамзес, слышь, я тебя сейчас упокою, угомонись. Где сокровище? Взгляните на деяние царя и царей. Царя из царей. И да сожмутся весь ваши сердца, ибо никогда не достичь вам его величия. Я понял. Но. Так, это я спустился. Мне надо было направо. Я там все забрал. Тут я сюда сходил. Все, идем. Идем мочить Рамзеса. Последний дуат. Был горделив. Задачи. Лжец в обители Анубиса. Ты мнишь себя судьей? Решать судьбы, когда твоя порочна. Помрет сам. В смысле ты не помер? Он мой! Пошел нафиг.
Я не твой, нифига, иди в пень. Отдайте мне стрелы. Спасибо. Да мне сено не нужна, мне нужно разведать, может, что валяется. Что-то у Рамзеса какой-то такой себе. Врата Хепсет. О, что-то у Рамзеса вообще все печально. Так, а чевой? Так, ну это птички гребаные. Что, куда, где? Новый регион Хепсет. Че, где, кто? Ага, сокровища, вижу. Кучу птичек гребаных. Еще где-то сокровища внизу под нами. Ну ладно, идем. Вот и все. Ты куда сиганул? Ну, байк, ты дурак. Я хотел, чтобы на веревку, блин. Глупый. В смысле? Тихо. Здрасте. А мы тебя не заметили. Где еще сокровище? А, вон там, что ли, то сокровище? Нифига себе вы. Нифига себе вы модные. Поэма во славу Рамзеса. Песок пустыни времени подобен, стирает все, и память, и следы. Но лишь одно незыблемое пребудет. Рамзес великий вечно будет чтим. Ветер. Грядет буря. Да, ну чё, правда. А найти и одолеть тень фараона. Это я понял. Стоп, подождите, мне ее в реальном мире, что ли, надо отдать? Такой скакун достоин самого властителя душ. Так, ну-ка, давайте-ка мы найдите и одолейте тени Рамзеса. Ого! Покой дворовой стражи, это я понял, ладно. Черт, тут ни черта не видно-то. Ой, гиены. Допустим. Я пришел. Вот он, Рамзес. И чего? Ну вот он, Рамзес, я вижу его. Что такое? А, ладно. Не понял. Вот, еще что-то собрать можно. Ну, допустим. А что от меня требуется-то? В смысле, реально его требуется победить в реальности? То есть не в дуате? Рамзес, просыпайся. Хм, интересно. Ну, значит, не в дуате. Ну, тогда выбираемся отсюда. Так, ну, давайте, наверное, вот сюда. Сейчас вылезет где-нибудь. Только мне его ждать придется. Так. Прилетели? Ждем. Ага. Поехали. Кстати, а попробуем-ка верхом его мочить. Почему бы нет? Тут у меня будет, кстати, преимущество в скорости.
Ты где там, уродец? Вон он, вижу. Тебе не место здесь, великий. Они приходят. Лучше... Ага. Иди сюда, Рамзес. Тихо, тихо. Покойся. Они приходят. Зубастые и ужасные. Покойся, Рамзес. Тихо. Мертвецы. Каратели. Оба-на! Тихо, тихо, тихо. Рамзес, успокойся. Отравил? Отлично. Ого! Тихо, 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 ты дурак. Я понял, ты вообще безбашенный. Он на меня тут не агрится. Я не знаю, как с ним тогда сражаться. Что за бред? Ловец душ, давай, поехали. Ты бил! В смысле ты на меня повернулся и атаковал меня? Ты конченый урод. А, так, ну конечно он появился, это вообще пиздец какой-то. Вы что, издеваетесь, блядь? Ага, в чистом поле, отлично. Но рядом тебе никого не будет, место это хорошо. Здесь, великий. Ай-яй-яй, это было больно? Слышь ты, уродец. Рамзеса, стоять. Рамзесик, успокойся. Гори. Ты горишь? Ну, что-то типа того. На лошади вообще не вариант, я посмотрю. Тихо, 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 успокойся. Ага, вышел из его радиуса. Иди сюда. Но ты не такой уж и сильный, просто ты нудный тоже. Ты правда дерзкий. Так, мне тебя поджечь надо. Гори. Хорош. Тихо, тихо, Рамзесик, стой. Так, поджечь. Хорош, 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 жги его. Куда ты, стой? Но урон он получает намного больше. Так главное не попасться под его сильную атаку. Вот под это вот. Кого ты делаешь, дурак, Байк? Ты чё, совсем шизанутый? Ага, удачи. Так, еще чуть-чуть. Пошел. Ну, с ним проще, да. Мне стрел хватит его победить. Спокойно. Да блин, еще бы не мазать. И попадать четко в чайник ему. А если поджечь тебя? Давай, давай, гори. Хорош. Да ты... Смотри, какой дерзкий, а. Те хотя бы не уклонялись. Настолько явно. Ай-яй, пошел нафиг, не-не-не. Так, спокойствие, только спокойствие. Так, еще одна стрела осталась. Ага, и надо было промазать. Иди твою. Оба-на, 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 я увернулся. Иди сюда. Проткни. Хорош. Подожги. Подожги, сказал. Молодец, поджог. Так, эти стрелы не тратим, берем другие. Поехали.
Ты дебил! Твою. Это было близко. Тихо, тихо, эй. Дружок, иди-ка сюда. Из-за тебя у меня стрелы кончились. Ой, хорош, зарядил ему. Так, тихо. Вот, вот сейчас он меня убьет, я вот отвечаю. Вот сейчас он меня грохнет. Из-за вот этого смены оружия. Пошел вон. Давай, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ой, в голову. Ой, хорош. Займи свое место среди богов, Рамзес. Храм Рамзеса. Он должен хранить память о царе. Но хранит ли он тайну гробницы? Так, ага. Это сюда. Окей, ладно. Самый быстрый способ. Телепортироваться сюда. Ну, по сравнению с остальными, он очень легкий был. Он был очень легкий. То есть с ним я настолько долго не мучился. Так, ну-ка, давай-ка. Да господи, во, молодец. О, хорош пошел. Со мной только надо было так. Давай, иди сюда. А я пока тут сигану. Вниз. Так, ну у меня стрелы кончились. Ладно, там есть лагерь. Я думаю, там мы стрелы найдем. Пускай пока будут. Остальных-то у меня все равно нет. Хобана. Хобана. Жив, цел. Все. О, господи, вот серьезно, его прям... Ну, мне кажется, мы с ним еще будем драться. И он будет намного жестче. Это же не просто так сделали. Если есть его дуат, он там сидит. Значит, мы там и будем драться с ним еще. Ну, там хотя бы его ждать не придется. А почему других без всяких этих подготовлений... Здесь были разбойники. Если что и осталось, они забрали это. Ты поплатишься! Сдохни! Сдохни! Так, ну-ка, пошли вон. Так, стрелы забираем. Так, где стрелы? Тут где-то стрелы должны быть. Снарядиться надо. Вот, все, мои стрелы. Я меняю снаряжение, естественно же. Так, полумесяц. А за второй лук это... Ага. Все. Так. Что-то вас тут много, ребята. Вас очень много. Ай-яй-яй, ты дурак, ты дурак. Пятки горят. Так. Гори. Ясно. В смысле ты не загорел? Ты дурак? Раздобыть карту. Я вас сейчас сожгу нафиг. Горите. Вам что, мало что ли, или что? Я сейчас вас сожгу нафиг совсем. Почему по две-то кидается? Ай, козел. Тебе мало? Гори еще.
А почему по две-то кидает, я не понимаю. Ага, вижу. Безымянная гробница, но эти узоры мне уже знакомы. Так, сваливаем. Эй! Куда, что так далеко-то? Так, ну мне туда. Так, ну ладно, давайте туда сначала, раз не показывают сюда. Давай, давай, давай. Ага. В смысле заблокировано? Вы чё? Так, надо будет зарядиться, прежде чем вообще идти воевать. Да почему? Да что ты? Кто за мной увязался? Отвалите. Как же вы бесите, черти, а? Что я найду в гробнице фараона? Следы осквернителей? Без понятия, что ты там найдешь. Нафиг только ты факел убираешь. Я просто лук проверял. Ага. Интересно. Вау. Сколько скоробеев. Да, фу, даже ненавижу. Как тараканы побежали. Ну туда, да, туда. И куда мне идти теперь? Баек из Сивы, ты пришел. Помоги моему мужу Рамзесу обрести заслуженный покой. В смысле, или может вообще Рамзес самый первый был? Типа, нужно было его убить самым первым. Ну, короче, как по квестам пошли, так и пошли. Ну, Рамзес, он самый легкий получается. Упоминал наши имена, Суэ? Грех, грех! Ты не склоняешь голову! Чтишь ли святые ритуалы? Сквернословишь? Убиваешь в храмах? Допустим. Так, идем сюда. Но мне зарядиться надо. В любом случае, надо найти стрелы. Так, соберем. Здорово, птичка. Непонятное. Значит, твой супруг Рамзес? При жизни я была спутницей великого человека, его возлюбленной царицей. Что же случилось с ним потом? Он прожил славную жизнь, дарил нам процветание, сокрушал наших врагов, но в смерти его Ка не обрела покой. Когда-то я помню, Меджаи были верными слугами фараонов. Но я больше не Меджай. Ты, как никто другой, знаешь, что значит жить ради других. Рамзес всегда был преданным слугой Египта. И он заслужил вечный сон. Что я должен делать? Я нашепчу тебе на ухо о ритуале. Угу. Найдите Ка фараона. А, я понял. Пошел нафиг, а, черт вонючий. Умрешь. Умер. Дай сюда, лови.
мудила, блин. Стрелы мне дайте, твари. Так, 200 монеток. Нормально. Займи место чашника покровителя гармонии. Спаси то, что забрала война, и верни Ка Химсут. Ка Азимандия, дай волю своему гневу. Покарай тех, кто спрятал ее. Ибо путь ее сред песков. Плечом к плечу они вознесутся навстречу бессмертным перьям и призовут Ба, что скользит меж мирами. Ну вот и наша полюбая. Открытый, прямой. Так, тихо. Ага. Кто на меня? А, гиены? Серьезно? Пошли вон, твари. Зря спрыгнул. Лошадыч, ко мне. Мне нужна помощь. Да уйдите, твари. Да ты серьезно, пошла вон. Все, беги отсюда. И не возвращайся больше никогда. А, вот здесь стрелы ты должны быть. Ты не погибнешь. Не погибнет и твоя Ка. Ибо в тебе пылает великая сила. Вот здесь мы сможем набрать стрелу и бомб. Точнее, бомб только. Ой. Неплохо. А это вообще четко сейчас было. Новый лук, хищник. Так, ага, это хищник. Львиный рык. Но он 50... А, и он слабее. А почему слабее? Травление при попадании. А у нас огонь. А почему он по качеству слабее? Странно. Да и ладно. Не больно-то и хотелось. Может, еще что выпадет рандомно? Ага, вот обыскать есть. Ага, еще и песчаная буря гребаная. Я понял. Че, тихо. Не чуди так больше. Пошли вон. Труп, блин. Вылезли из песков, блин. Трупы, и говорят, ты труп. Не-не-не, чувак, ты его не исцелишь. Ни одного бога среди звезд, что не имел бы спутника подле себя. Хочешь, я стану твоим спутником? Ну-ка, давай-ка скорпика. Ага, я понял. На небо набежали тучи. И померкли звезды. А, дай стрелу. Иди сюда. Ой, хорош. Эй, стрелу отдай, мудила. Логово скорпиона. Шаг за шагом. Да господи, спустись ты вниз туда уже. Ты помогаешь моему любимому обрести. О господи, 51. Отлично. Ай, тихо. Господи. Ага. Одну фигню нашли. Избранник Ра. Его слуга уже идет к тебе, несет ярмо. Готовь клинок, чашник. Мне многое довелось повидать. Вещи, в которые невозможно поверить. Горящие колесницы с
сраженные из лука Ориона. Нетленные звезды, вечно умирающие. И посреди всего этого наш хрупкий мир, скрепленный шелковой паутиной, балансирующий на краю небытия. Все? Ничего тут больше нету? Что тут? А, понял. Все, там фигня оставшаяся. Ничего там нету больше. Как вообще этот скорпион сюда залез? Так, за вторым глазом идем. Ты еще мне не вылези здесь. В смысле, ты дурак? Ну, допустим. Лезем. Лошадочь, поехали. Ну, раз там можно все собирать, видимо, с ней будет жестко. Ага, вон еще сокровище. Ну, давай, 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 цепляйся, молодец. Подальше от них держимся. Жди меня здесь. Так, еще всякие сокровища. Капитаны, командиры, вся дрянь. Замечательно. Ой, прям хорош в голову. А он же меня не спалил, да? Надеюсь, она цела. Ты, конечно, цела. Она спряталась. Место хорошо. Так, господи, место плохо охраняется. Они тупые. За ним? За кем? За кем за ним? Ты что так дышишь, блин? Проблемы с насморк? Насморк, что ли? Или что у тебя там? Мочи его. Тревога! Эти вы собаки! А ты не попутал, дружок? Ну ты, может, встанешь. Нет, меня смерть не ждет. Тихо. Ну ты горишь, уже сдохни просто. Кто там еще? Да ты задолбал. В смысле кончились стрелы? На этих дебилов, блин, все потратил. Вылези, урод. Ну, черт. Угу. Обыскать просто, пожалуйста. Да не хочу я читать, все, останьте. Да блин. Нормально. А мне стрелы дадут сегодня, не? Или они, в принципе, тут стрелы не используют? Пусть хитрецы умрут от своего же жала. Он видит звезды. Синие, лазурные, бирюзовые. Пыль больше не застилает ему глаза. Хорош. Не умрешь. Может быть. Да блин, да стрельни-то. Давай, кидай уже. Нет.
Забирай, хорош. Где-то наверху, да, еще? Серьезно, стрел у вас вообще нету? Да вы что, издеваетесь, как мне сражаться-то? Поднимается ветер. Да вообще похуй. Вообще насрать. Вот, спасибо. А, так, а сокровища где? Ага, область пройдена, все. Валим отсюда. Так, следующий квест. Куда? Ох, ёперный. Военнопленных освободить? Нифига себе. Идите нафиг, ребята. Серьезно. Ага, удачи. Сволочь, блин. Не двигайся. Ты что ли меня спалил? Допустим. Или ты рядышком, ага. Так, ну будем знать, здесь стрелы есть. Ну. Так, этот сдох, все хорошо. У этого военнопленный, серьезно? Круто. Военные трофеи? Это пленники. Люди, которых схватили солдаты Рамзеса. Привет. Мудак. Вот именно когда я целился, тебе надо было свалить, да? Он милосерден. Его химсуд свободна. Она упала с небес на жаркий песок. Ты одержал победу и наполнил каждую частицу своей красотой. Умри. И высокое небо. Блин. Земля. Все это в твоих руках. Серьезно? Давай. Хорош. Не рыпайся, верни, дружок, вернись. Мы не закончили. Так, в того не попадем. Ага, а теперь попадем. Ништяк. В смысле? Я же ему прям в голову зарядил. Издеваетесь, блин, что ли? Ветер поднимет пески. Ты... Хорош. О, блин. Да успокойся ты. Пошел.
Давай вот этого, мочи. Кто еще? Да блин. В смысле, я в голову ему попал, ты издеваешься? Умри, блин. Козел. Беги, птичка, ты свободна. Что, внизу, что ли? Звезды на небосводе. Да спустись ты вниз, Байк. Позволь же своей бессмертной Ка упокоиться. Как же все тяжко, вы че такие тугие-то? Так, еще что-то нашел. Вон оно, сокровище. Ну, всякая фигня. Но пойдет. Так, мы здесь вылезем, вылезем. Так, еще одна птичка осталась. А область я прошел, да? Да, что не глянул. Хоть на пол экрана. Так, ладно. Это там что-то ползает, что-то пытается мутить. Просто... Я ушел, меня нет. Кости бога земли задрожат. Две двери горизонта распахнутся. Откроются затворы. И взгляду предстанет он на своем троне. А, да, ночь, правда? Лошадочки, ты где? Поехали. Так, снаряжение у нас полное. Все отлично. Так, по времени. Ну, минус то время, которое я искал того... Ту тень. Его трон помнит его промеж двух скипетров. Помнит, как благороден был его дух. Так, ну пойдемте. Вестник мира, воин Кадеш, я здесь, чтобы помочь тебе. Ну я так и знал, нам же не дали его молот, блин, гребаный, поэтому мы сейчас будем получать по щам. Ну, поехали. Старая тактика. Ага. Так, ну-ка, ты горишь? Хорошо горишь теперь? Ага, еще бы попадать в тебя. Ой, 200... Так, главное под удар не попадать. Так, ну по 1500 урона, хорошо. Ой, ништяк, в принципе, с ним не так сложно, как с копьеносцем. Ай-яй-яй. Ой, блин, вот это он поймал меня. Ну, начинается страдание. Летим. В спину. Хорош. Закинул. Загорелся. Так, лук над хил нам нужен. Как обычно. А, нет, 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 вместо вот этого. Ловец душ, поехали. Тихо, тихо. Блин, запутался в луках, аккуратно. Еще вот эта стена, блин, меня раздражает, видимо. Получил по щам? А теперь гори. А чё так мало? Получил? Иди сюда. Сейчас еще получишь. Это что он делает, я не понимаю. Горит? Хорош. Я не зажимал кнопку, отвали.
Ой, хорошо ему накидали. Хорошо прям накидали. Горишь, а я отлечиваюсь. Ага, я понял тебя. Оба-на. А я тебя все равно вижу. Козел, иди сюда. Ай-яй. Так, ну-ка ты погоришь у меня маленечко. Хорошо горишь? Хорошо горит. Да твою, иди нафиг. Рамзес, пошел в пень. Рамзес, иди сюда. На. Кто быстрей? Я быстрей. Так, не забываем отступать, не забываем закидывать его. Ага, сейчас было. Да в смысле, ты офонарил? Я на тебя 3 бомбы уже потратил. Хорошо, горим. Вот он уворачивается, меня это раздражает. Ой, как хорошо, нифига себе. Тихо, у ворот. Ой, вот сейчас прям вообще четко было. Пошел нафиг пинок, блин. Гори, сказал. Ой-ой-ой, это было страшно. Так, это тоже атака такая красная, усиленная. Да ты загоришься, нет? Сегодня. Так, он поджегся. Бомбы кончились. Бомбы кончились, я сказал, отраву. Отраву, отраву, отраву. Так, по снаряжению пока больше ничего не меняем. Ты дурак? Отравил, молодец, пошел. Вот так вот, хорош. Ты что толкаешься? Отойди от него! Баек, ты дебил, ты что делаешь? Так, отличились, хорош. Еще чуть-чуть подлечимся. В смысле ты про... Ты дурак. Ты как умудрился промазать? Получил по щам? Ой, хорош, 1500. Эй, ты чё? Успокойся. Иди сюда. Рамзи. Так, тебя отравить надо. Отравишься? Отравится. Молодец. Послушный мальчик. Тихо, Баек, Баек, не тупи. Не надо, не надо, не надо. Отличиваемся. Баек, ты вот иногда управление у тебя что-то происходит с тобой не то. Ага, я понял. Я вижу тебя. А, иди-ка ты в пень. Я просто побегаю. Тихо, тихо, ты играл, успокойся, ты чё? Успокойся, только успокойся. Так, не спускай с него. Ага. Молодец. Еще разок. Ну, рамзик несложный. 1500. Нищак зарядил. Отравил. Да. Хорош. Главное не попасть под удар. Ай-яй-яй. Отлечиваемся. Рамзик. Ну хватит. Сдавайся. Тебе не победить меня. Так, 3 стрелы там осталось. Ладно, потратим их уже и не будем. Меняй. Баек, не беси меня, пожалуйста. Так, у нас от хила очень мало осталось.
Ох ты, козел! Нападай! Иди сюда, Рамс. Так, отравил. Хорош, пошел. Она ярость копится. Отлично. Да чтоб тебя в мазила. Разгон друг на друга. Ты че толкаешься? Обидно же. Я хочу быть ближе к тебе, Рамс. Сдавайся. Ну, сдавайся, дурачок. Да сдавайся. Я верю в тебя. Я верю в тебя, что ты можешь. Так, стрелы кончились. Отравляем. Снаряжение поменяй мне, дурачок, ты чё? Вообще не хотят кнопки работать. Так, ага, хорош. В смысле ты мне такую стрелу просрал, ты урод? Ой, хорош. Иди сюда. Еще чуть-чуть осталось. Прям в кочерышку, Отравляй, его. Хорош. Еще чуть-чуть осталось, так. Так, сейчас зарядится. Хорош, давай, Рамзес был легкий. Ой, хорош. Ой, ништяк. Так, сначала вот этот удар. В смысле, он повернулся, ты дурак. Ты дурак, Рамзес. Че, офигел? А вот и последний удар. Пошел на покой. Все, хватит с тебя, Рамзес. И с меня. Надоел. Пусть Ра вечно хранит тебя и твоих любимых байк. Спасибо. Да, Рамзес жесткий был. Но он... Величие. Он оказался легче всех. В одиночку его не достичь. Булава Рамзеса. Ну, допустим, и чё? Ну, я успокоил всех воронов, и чё, и всё? И на этом всё, что ли? Или, ну, ещё же что-то должно быть. Задание. Основных. О, основных больше нету. Чё, это всё, типа, что ли? Ну... По крайней мере, у нас есть что еще поисследовать. Ну что же, на сегодня тогда закончим. С вами был Гринайт. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!